Агния Барто помощница. У Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром Рату помогала, он с утра конфеты ел. Обещала вымыть ложки, пролила столярный клей. Отворила дверь для кошки, помогла мяукать ей. Вот у Тани сколько дел, Таня ела, чай пила. Села с мамой, посидела, стала к бабушке пошла. Перед сном сказала маме: «Вы меня разденьте сами, я устала, не могу, я вам завтра помогу».